Доброе время суток, с вами Виктор Дулин, 23 мая 2019 года. Итак, посадка замульчированным картоном участке. Вот с такой травой была трава, ничего я не копал, замульчировал картоном и высадили здесь 10 рядков 16-метровых через каждые 20 сантиметров картофеля. Это значит 80 штук получилось. Вот мы их наблюдаем. Вот таким образом картон я придавил, чем что было. И уже кое-где у нас даже картофель зашел. Вот, вот картошки сходят. Первые, которые я сажал, уже начали сходить. Но сегодня мы завершили посадку картофеля. И в том числе 3 рядка через 10 сантиметров. Это 200 штук лука посадили здесь. Вот, так торчат даже. На этом посевная у нас почти завершена. Еще немножко лука, селка докупим и посадим вот здесь на картоне. Как видим, провели прополку. Видим, сколько бурена по чесноку там, где не замульчировано. И, соответственно, целесообразность мульчирования картоном однозначно есть. Здоровья вам, благополучия и таких же успехов в созидательной физкультуре и загаре вот на таких участках, где минимум труда приложено и максимум результата. Всего доброго.